Вы ко мне? Спокойно, товарищ. Скажите, это вас вселили в квартиру Федора Павловича Саблина? Нас. Боже, пропал дом. Что будет с паровым отоплением? Зинуш, что это значит? Опять общее собрание сделали. Опять? Ну, теперь салт пошло. Пропал дом. Все будет как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет паровое отопление и так далее. Пусть, раз социальная революция, не надо топить. Но я спрашиваю, почему это? Когда это началось, все стали ходить в грязных калошах и валенках по мраморной лестнице. Разруха, Филипп Филиппович. А что означает эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая вышибла все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе не существует, доктор. Что вы подразумеваете под этим словом, а? А это вот что. Когда я вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза, и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборную у меня начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Контрреволюционные вещи говорите, Филипп Филиппович.